День, когда для них открыты все двери. 21 апреля вологодские школьники и студенты побывали на экскурсии в городской администрации. Это событие приурочено к Дню местного самоуправления, профессиональному празднику всех муниципальных служащих. О том, как прошел день открытых дверей, расскажет Мария Суворова. Заглянуть в сердце городской администрации, кабинет главы города Вологды. Такая возможность предоставляется далеко не каждому. Но в этот день для вологодских школьников были открыты все двери. Это, пожалуй, самые юные посетители администрации. Ребятам показали, как работают муниципальные служащие, где проходят совещания, а где торжественные церемонии. А еще третьеклассники вместе с руководителями департаментов, как взрослые, совершенно серьезно обсудили городские проблемы и внимательно изучили планы по благоустройству города. А чтобы вы могли удобно переезжать из одного района в другой район, в городе запланировано строительство мостов. Это виадук, который сейчас построили. Кто проезжал по виадуку? Ездили уже? Молодцы. Сегодня мы узнали много нового о проектах, которые будут вестись и конструироваться в городе Вологде. Нам очень понравилось, лично мне, и я бы хотела бы здесь работать. И в недалеком будущем мечта может исполниться. Городская администрация – потенциальное место работы для перспективных выпускников вузов. В чем преимущество муниципальной службы и как может реализовать себя бакалавр или магистр, рассказали и вологодским студентам. Для них сейчас особенно важно определиться с будущим местом работы. Те студенты, которые сейчас учатся уже на юридических факультетах, в Академии государственной службы, они уже в теории понимают, что такое профессия госслужащего. И сейчас мы хотим, чтобы они поняли на практике, что это такое. Ну, один из вариантов. Я рассматриваю для своей работы муниципальную службу, потому что это на самом деле интересно. Это и работа непосредственно с людьми, с гражданами. То есть задевается все сферы нашей жизни основной. В Вологде реализуется целый ряд проектов, направленных на формирование кадрового резерва, на привлечение специалистов к работе в городе. И день открытых дверей в администрации Вологды – возможность для школьников и студентов увидеть изнутри, как устроена работа муниципального служащего, и сделать собственный профессиональный выбор. Мария Суворова, Михаил Прищев, Вологда-Портал.